Улыбчивого всем настроения! Сегодня мы начинаем вязать вот такого снеговичка. Первую деталь, которую мы будем вязать сегодня, это голова тела. Ну, это по сути одна деталь основная, которую нам и нужно будет связать. Еще носик, но он совсем крошечный, так что я думаю, мы свяжем очень быстро и никаких проблем у нас не возникнет. Итак, начнем. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. Один, два. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше в каждую петельку по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отмечаю начало нового ряда и продолжаю. Следующий ряд 1 столбик плюс прибавка. Столбик и прибавка. Дальше 1 столбик и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда 1 столбик плюс 1 прибавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. 1, 2 и прибавка. Дальше 1 столбик, 2 и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда 2 столбика плюс прибавка. Следующий ряд 3 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. Дальше 1, 2, 3 и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда 3 столбика плюс прибавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и следующий ряд 4 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Дальше 1, 2, 3, 4 и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда провязываем 4
столбика плюс прибавка. Следующий ряд. 5 столбиков плюс прибавка. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 5 столбиков плюс прибавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу 7 рядов. Провязываем столбик в каждую петельку по кругу без изменения. Провязываем 7 рядов. Провязываем. Я уже провязала 7 рядов, и вот такая деталька у меня получается. Отмечаю начало нового ряда и продолжаю. Следующий ряд. 5 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Итак, по кругу до конца ряда 5 столбиков плюс убавка. Провязываем. Следующий ряд. 4 столбика плюс убавка. 1, 2, 3, 4 и убавка. Дальше 1, 2, 3, 4 и убавка. Итак, по кругу до конца ряда 4 столбика плюс убавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и продолжаю. Следующий ряд 3 столбика плюс убавка. 1, 2, 3 и убавка. Дальше 1, 2, 3 и убавка.
и так по кругу до конца ряда 3 столбика плюс убавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и следующий ряд 2 столбика плюс убавка. 1, 2 и убавка. Дальше 1, 2 и убавка. И так по кругу до конца ряда 2 столбика плюс убавка. Провязываем. Итак, это уже готова голова снеговичка. Вы можете наполнить ее, если вам удобно будет так вязать. Я пока этого делать не буду, а продолжаю вязать. Отмечаю начало нового ряда и провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу, провязываю 2 ряда. Это будет шейка снеговичка. Итак, столбик в каждую петельку по кругу без изменения провязываем 2 ряда. Провязываем. Я уже провязала 2 ряда и слегка наполнила наполнителем детальку для удобства. Она еще совсем мягкая, но только для того, чтобы немножко держала форму и чтобы удобнее было дальше вязать. Отмечаю начало нового ряда и продолжаю. Следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. Начинаем вязать тело снеговичка. Итак, один, два и прибавка. Дальше 1, 2 и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда 2 столбика плюс прибавка. Провязываем. Следующий ряд. 3 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. Дальше 1, 2, 3 и прибавка. Итак, по кругу до конца ряда 3 столбика плюс прибавка. Дальше вяжем по такой схеме. Следующий ряд 4 столбика плюс прибавка. Следующий ряд 5 столбиков плюс прибавка. И следующий ряд 6 столбиков плюс прибавка. Провязываем.
я провязала до ряда, в котором 6 столбиков плюс прибавка. И вот такая деталька у меня получается. Отмечаю начало нового ряда и продолжаю. Дальше провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу 10 рядов. Провязываем. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения провязываем 10 рядов. Провязываем. Я уже провязала 10 рядов и полностью наполнила голову наполнителем до нужной мне плотности. И вот такая деталька у меня получается. У вас должна получиться точно такая же. Итак, продолжаем. Отмечаю начало нового ряда. Следующий ряд 6 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Так, провязываем по кругу до конца ряда 6 столбиков плюс убавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу до конца ряда. Столбик в каждую петельку до конца ряда провязываем без изменения. Следующий ряд 5 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. И убавка. Итак, по кругу до конца ряда 5 столбиков плюс убавка. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и провязываю столбик в каждую петельку без изменения по кругу до конца ряда. Столбик в каждую петельку. И так без изменения провязываем до конца ряда. С
следующий ряд 4 столбика плюс убавка. 1, 2, 3, 4 и убавка. Дальше 1, 2, 3, 4 и убавка. Итак, по кругу до конца ряда 4 столбика плюс убавка. Провязываем. Следующий ряд 3 столбика плюс убавка. 1, 2, 3 и убавка. Дальше 1, 2, 3 и убавка. Итак, по кругу до конца ряда 3 столбика плюс убавка. Провязываем. Вот такая деталька у меня получается. Дальше будем вязать донышко, но перед этим нужно убрать ленточку и наполнить тельце синтепухом. Наполняем. Я наполняю игрушку достаточно плотно, чтобы она устойчивей стояла. Вот такая получается у меня заготовочка. Теперь осталось связать донышко. Я продолжаю вязать и провязываю 1 столбик плюс убавка по кругу до конца, пока не закроется вязание. Итак, столбик и убавка. Дальше столбик и убавка. Итак, провязываю, пока не закроется все вязание. Дальше столбик и убавка. Синтепух немножко убираю, чтобы крючок не цеплял его. И продолжаю. Аккуратно, не спеша, столбик, убавка, столбик, убавка до конца. Провязываем. Я уже практически закончила, и сейчас есть возможность, кому нужно, дополнить игрушку наполнителем. Я уже наполнила достаточно плотно, и сейчас мне останется несколько сделать столбиков и убавок, чтобы закончить вязание. Все.
Обрезаю ниточку, закрепляю петельку и прячу хвостик вовнутрь. Получается вот такая деталька. Надеюсь, у вас все получилось. И сейчас же мы свяжем нос для снеговичка. Берите оранжевые нитки. Итак, начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. Один, два. В первую петельку делаем 4 столбика. Один, два, три, 4. Дальше в каждую петельку по прибавке, чтобы получилось 8 столбиков. Деталька маленькая и не очень удобная. Но не спешите, старайтесь, и все получится. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 и 8. Дальше провязываем по кругу по счету 18 столбиков. Вяжем и считаем 18 столбиков. 1, 2. Формируем носик. 3. 4. 5. 16, 17, 18, и у нас получается вот такая деталька. Дальше провязываем столбик и прибавка. 2. Еще столбик и прибавка. И последний раз столбик и прибавка. Для того, чтобы вязание закончилось без грубого перехода, я добавляю 2 соединительных петли, или же 2 соединительных столбика. 1 и 2. Так переход более плавный. Получается вот такой носик морковка. Перед пришивом я его немножечко наполню наполнителем. Оставляю длинную нить и закрепляю. Все, носик морковка готов. Итак, у нас готовы все вязаные детальки. Теперь можем приступать к
оформлению снеговичка.